пляшите. Это будет замедленный. Слюни разлетающиеся в сторону. Ой, мамочка. А, нет, ты что, ладно? Высоко. Ты высоко, Эдди. Что-то как-то, да, уже по эмоциям не отбиваются. А вот эта хуйня не хочет? Это резьба, которая держит кабинку. И скручивать не стоит. Нет, вон там, вот как замка башня. Да, что да, нас вижу. Не опускают? Да, ближе. Макс, заткнись. У тебя Ира переживает, пожалей ее, пожалуйста. Все под контролем. Убилась по эмоциям или еще не очень? Не, пока нет. Вид красивый или нет? Ну, погода только холодная, купаться нельзя. Это еще бабка на дождь была. Вон там какой-то замок прямого лука, да? Да, это он же. Это они вот с этим ругаются. Так далеко. Чего? Не, ну если бы мы были в России, я бы слазил. Говно. Ежевик очень любит ежевик. Но нам потом просто визу не дадут. Да что им нам не дадут визу? Макс, не это самое. А ты хочешь еще въезжать в Шенген? Да кто тут? Да тут как бы дело не в этом, там обрыв просто сразу. Поэтому... Да хрен с ним с обрывом. Ну, собственно, мы пришли. Все? Все? Да. Все, да? Ну, неплохо, неплохо. Ну, как-то вот теперь у меня по эмоциям не отбилось. Вы издеваетесь? Блядь, кто-то! Там же непонятно, я кирпичи отложил. Вот за это точно молнии будут, ребят.
Крупы? Я пойду наверх слазю. Сиди. Может, тут и нет ничего интересного. Мне кажется, что там ничего и нет. Чуваки! Я вас хотел сверху заебашить. А я вышел. Вот спасибо. Как по эмоциям? Ну, так. Ну, и Франкенштейн, конечно. Не сравнится. А вы почему не снимаете горный ручей? Ну, я не любитель. Горных ручьев? Не любитель делать однотипные снимки, как бы люблю, ну, быть как бы не то таким, как вот все. То есть та вот эта башенка, которую ты выставил в Инстаграм? Как тут красиво. Блин, вот это вот тоже, ну, подождите, не ходите. Я хочу. Ну, что ж ты такой широкий? Серьезно? Фотку? Такая прям загадочная фото. Ну, понимаешь, в чем дело, как бы. Да, я понимаю, в чем дело. Она будет маленькая очень. Да, и там может стать любая баба, а мы скажем, что это Ира. Потому что когда человек вот такой. Так а тут можно ближе подойти на самом деле. У нас есть проблема, что у нас кроме Иры нету другой женщины в коллективе. Поэтому так. Не, во, вот так, вот, да. Ну, смотри вверх. А Макс не фоткает. Как будто. Ну, я снимаю. Давай. Как будто у тебя. Ты решил записать сольный альбом христианской рок-певицы. Баллады такие. Да. Как это? Афина, баллада.
И больше их никто не видел. А подожди, не слезай. А если залезу, то меня на деревце щелкнет. Коленочка! Замок идти не стоит, но сам замок, потому что он закрыт. Ну, подойдем просто к ним. Уже не дом и те, кто в нем, и стены с этим миром в ссоре. Неважно ночью или днем, Рубиконат, уходим в море. Попробуй страх в своих руках, и чтобы не случилось вскоре, что нам бояться в наших снах. Рубиконат, уходим в море. Все счастливы!